Всем привет, Blender 2.91 и новая информация, опять же, с YouTube, с каналов. Ссылка на канал и на оригинальный ролик будет в описании. Зайдите, посмотрите, подпишитесь, начинайте как-то общаться, задавать вопросы автору, возможно. Ну, а мне хочется вот попробовать ту информацию, которую я нашел, именно сделать, как написано под роликом, переходы для видео. Ну, для презентации, возможно, там для разных роликов и так далее. Все, погнали. Вот этот куб возьмем. Так, камеру сразу долой, delete, N панель, сразу screen cascade, N панель закрываем. Свет можно отключить. Переключаемся на куб. И вот это все дело транспозом. Давайте. Так вот вытянем. И вот с этой стороны тройка на нампаде сплюснем. Так. Единица на нампаде. И хотелось бы, наверное, все это дело еще сделать поменьше. Если будет казаться, что у меня зависает комп, не верьте своим глазам, это у меня мышка так стала медленно с прокрутом двигаться, короче. Так, и вот у нас есть плашка. Мы ее отодвигаем в бок, вот сюда. Находим модификатор Add. Так, модификаторы Array. И прибавляем вот этих частей побольше. Вот у меня где-то будет пускай 45, во, нормально. Теперь все это дело применяем, апли. Добавляем теперь add камеру. Опять у меня мышка через раз работает. Камера. Тройка на нампаде. И чтобы ее тут не мучить, мы ее сразу по прямой и кверху поставим. Левая кнопка мыши. 0. Далековато и высоковато. Так. 0. Маловато, далековато. 0. Вот так пойдет. Так. Теперь выберем плашки. И попробуем все это дело. Единица на нампаде. Как-то увести, наверное, в бок. 0 на нампаде. И сделать как бы S. Так, 0. Ну, в принципе, пойдет камера G. Подкорректируем. И немножко единица на нампаде. Выбираем опять плашки. И немножко их растянем. Вот так. И сдвинем в бок. Так, 0 на нампаде. Ну, вроде все перекрывается. Все нормально. Так, вот так еще. Все пойдет. Вот так вот. Следом заходим. Единица на нампаде. Заходим. Выбираем вот эти все плашки. Заходим в Edit Mode. И вот хотелось бы их, конечно, подразделить и нанести на них рисунок, именно используя текстуры Paint. Ну, пока давайте это... А давайте попробуем, как это будет. Все равно оригинальный ролик вам придется посмотреть. Не без этого. И делаем таким образом. Заходим в UV Editor. Угу. И сделаем Smart UV Project. Расстояние поставим. Окей. Вот такая получилась развертка. И что можно сделать? А мы теперь зайдем в Layout, найдем текстуры Paint,
найдем текстуры, подключим какую-нибудь текстурку. Так, что у нас тут есть? Так, десктоп. Скриншоты. Так, ну тут, в принципе, ничего у меня нету хорошего. Давайте Брус Ли поставим вот эту вот картинку. Зайдем теперь, нажмем вот на эту функцию Active Tool и нажмем новую текстуру и поставим Base Color. Окей. И посмотрим, как все это дело будет. Что вообще получится? Находим текстуры. И вот здесь вот маппинг ставим Stencil. Так. Вот вы видите, что рисует, в принципе, отвратительно. Ну, давайте просто хотя бы рассмотрим принцип, да? Так, правая кнопка мыши все это дело корректирует. Так, ну где-то вот так поставим. Что-то приблизительно нарисуем. И посмотрим, что будет дальше происходить. Так, что тут у нас? Ну вот, Брус Ли нарисованный. Ага. Теперь заходим в Object Mode. Ставим или переключаемся здесь. Вот можно на текстуры, чтобы ее видеть. Или переключаемся на вот эту вот функцию Viewport Shading. Так. Теперь заходим в Edit Mode. И нужно все это дело разбить. Это Ctrl-P. Pardon. P английская или Alt P, чтобы выбрать все. Так, Alt A P. И находим By Loops Parts. Разбиваем все это дело на отдельные части. Заходим в Object Mode и выбираем Set Origin Origin to Geometry. Привязываем все это дело к геометрии. Теперь нужно записать именно анимацию. На первом кадре. Так, на первом кадре мы это дело все опускаем вниз. Вот так. И прописываем. И английская локация. Теперь на 20-м кадре поднимаем все это дело назад кверху. Вот. Так, где-то. Так, 0 на numpad, смотрим, чтобы камера все это дело перекрывала. И прописываем и локация. Теперь на 60-м кадре можно 20-й кадр Shift-D продублировать просто. Вот так. Теперь ставим на 80-й кадр. И все это дело уводим от экрана долой. Вот так. 0 на numpad. Ничего не попадает, все нормально. И пишем и локация. Ставим, в принципе, не ставим, а на первый кадр переключаемся. Зайдем теперь в N-панель и нужно скачать именно аддон, его установить. Так, давайте его попробуем установить. Edit преференции. Install, где он у меня тут в загрузках, Commotion Master называется, open, так, install, так, он у меня уже установлен, вот, Animation, Commotion, а вот этот анимация Commotion, по-моему, он здесь уже был, я, получается, два установил, ну, не суть вопроса. Теперь вот у нас появляется в N-панель такая вот такой аддон Commotion. Вот он. Animation Offset. И делаем Offset. Так. Пардонте. Сначала поставим
через Shift и правой кнопкой мыши куда-нибудь курсор вот сюда. Можно вот сюда, или на него. Сейчас будем рассматривать. И жмем Offset анимацию. Так, вот прописка у нас прошла. Получается у нас 124 кадра. Так, 124 кадра. Смотрим 0 на нампаде. Вот так вот появляется и исчезает анимация с экрана. Вот такая штука. Так, теперь единица на нампаде. На первый кадр возвращаемся и курсор, допустим, через Shift правой кнопкой мыши перенесем на низ. И offset анимацию. 0 на нампаде. Так. Надо перепрописать. У меня удалилось. Нет, пардоньте, не удалилось ничего. Offset анимация. 0 на нампаде. И смотрим, что теперь будет. Вот теперь вы видите, что она по-другому появляется на экране. Прикольно, да? Ты ядрить копать. Тут можно такие дела с этим аддоном натворить. Единица на нампаде вот таким образом движется. Возвращаемся на первый кадр. И давайте курсор куда-нибудь на картинку поставим. Попробуем. Offset, анимация. Play. Ну, в принципе, вот такие заплывы тут, да? А ну-ка, если... Так, куда-нибудь, ну, на угол, что ли. Offset анимация. Так, вот это все выбрать, наверное, надо. Поставить вот сюда, на первый кадр. Offset анимация. Во, это вот по-другому он уже появляется. Ну, что, прикольно. Вот такая информация, но вопрос состоит в чем? Так, смотрим. То, что вот вы видите, вот здесь вот где ребра, чуть-чуть смазывается вот здесь вот картинка. Если добавлять полигонов, она еще хуже становится. Вот как это дело исправить, если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. Вот хочется именно вот в таком духе делать и не заморачиваться, каждую плашку раскрашивать и потом соединять. Все, всем пока, до свидания. Зайдите на канал, посмотрите оригинальный ролик.